Привет! Привет-привет! Ты решил купить в магазине связку бананов, которая вот-вот испортится? Бедные ребятки. Но не переживай, потому что мы будем печь бананы в хлеб. Это просто, это легко и вкусно. Ну, я думаю, что вкусно. Итак, ингредиенты. Пол чашки масла. Один стакан сахара. Полтора стакана просеянной муки. Два яйца, перебитых. Пол чайной ложки соли. Да. Одна чайная ложка соды. О, меня? То есть, пищевой соды. И чайная ложка ванильного экстракта. Я обязательно. И по желанию, можете добавить чашку орешков, черники или шоколадных карамель. Короче, все, что ваша душа пожелает. А что мы забыли? А, точно! О, банан! Три или четыре бананчика. И убедитесь, что они очень-очень перезрели. Иначе... Ладно, что ж, перейдем к готовке. Разогрейте духовку до 350 градусов по-американски. Или до 160 градусов по Цельсию. В первую миску кидаем сахар и масло. И разыграем. Трям-трям-трям-трям-трям. В другой миске раздавим бананы. Я использовал вот это. Нём-нём-нём-нём-нём-нём. Пирожку отправляем в сахарно-масляной смеси. Туда же взбитые яйца. И капаем пару капель экстракта. Мешаем. Да, не останавливаемся. В предыдущую миску всыпаем муку. Солим, добавляем соду. Оу, ты про меня? Я про пищевую соду. Да, однородный масс. Мешай. Берем миску с бананами. Вливаем муку и перемешиваем. Мешаем ее снова до состояния теста. Вы подготовили орешки, ягоды, шококапли. Ребят, кто придумал это слово? Я не знаю! Посыпаем сверху измельченными орехами, ягодами и шококаплями. Угадайте, что будем делать дальше? Верно, перемешивать. А теперь берем противень. У меня 84 дюйма. И убедитесь, что противень хорошо смазан. Берем миску и выливаем на противень. Только не так, как я. Размажем. Открываем духовку. Зеленого меха нам тут не хватало. И выпекаем ровно 55 минут. И вуаля! Мы создали банановый хлебушек. И подожди 10 минут. Дай ему остыть, чувачок. Остыть. И можешь пробовать. Теперь ты можешь подарить вторую жизнь перезрелым бананам. Не благодарим. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами скоро в новых роликах.